Да, слушаю. Владимир Владимирович, произошел теракт. В смысле произошел? Без моего ведома я же не отдавал приказ. Или отдавал? Как все прошло? Ладно, неважно. Главное извлечь из этого максимальную пользу. Пользу? Но здесь столько жертв. Да плевать на жертвы. Чем больше, тем лучше. Просто действуйте по стандартной схеме. Обвинить во всем Украину и распространить по всем СМИ. Именно. Особенно на западные. Я ведь за это огромные деньги плачу. Ну, с этим есть небольшие проблемы. Какие? Мы, ИГИЛ, и мы берем всю ответственность за этот теракт. Это ложь. Что? Вы здесь ни при чем. Здесь явно прослеживается украинский след. Единственный след это наш. Вранье. Ну, мы же вас попереджували, что можливый теракт. Это правда. А вы слишком неубедительно нас предупреждали, что делает вас соучастниками украинского террора. Какого террора? Это наш террор, и ничей больше. Ну уже, не надо брать на себя чужие грехи. О, Аллах. В этом теракте заинтересована исключительно Украина. Так и хочет запугать нас, лишить себя западной поддержки и подтолкнуть нас к мобилизации. Что? План ведь хороший.